Богатство заставило вас больше доверять или проверять? Я всю жизнь доверял много людям. Всю жизнь. И это никак не повлияло на уровень моего доверия. Это я всегда сначала доверяю людям, пока они не докажут мне обратное. И я себя начал успокаивать тем, что я не должен отказываться от этого принципа. Почему? Потому что Аллах знает, что я доверяю людям, и меня часто кидают. И он мне дает с избытком, потому что понимает, что я лох, могу потерять.